Приправка на 42% менше цукру. Кетчуп – більше не десерт. Сьогодні вночі, орієнтовно в першій ночі, пролунали вибухи, і давно цього не було. В Скадовську. Ми недавно з вами згадували Скадовське, напрямок на Скадовське. Власне, в цьому на самому пункті пролунали потужні вибухи. Відомо, що гурівці наші проводили, ми з вами говорили, Тендерівську косу, ось в напрямку і Кінбурську косу, вивісили там наш прапор. І от тепер удари по, я так розумію, це потужний хаб, росіян в Скадовську. Освобождение Крыма начнется с освобождения Скадовска. Скадовск сам по себе это порт морской, через который идет достаточно серьезное движение военных грузов. И потом они со Скадовска, вот посмотрите, там трасса идет, со Скадовска на Голую пристань, дальше на Олежки, и она потом пошла вдоль Днепра в сторону Новой Каховки. Это так называемая ракадная дорога, ракадная трасса. Вот она снабжает российские войска на левом берегу, основные. И вот основной поток военной амуниции идет именно через порт Скадовск. Потому для нас важно будет его первым освободить, для того, чтобы потом выходить на Крым. Причем на Крым выходить со Скадовска можно через море, там 50 километров, по большому счету это 1,5-2 часа движения на определенных видах переброски. Это на катерах в основном, которые у нас есть. То есть хороший десант можно организовать. Да, вот это направление одно из основных будет, ну, я не именно точку имею в виду, понятно, что точки там будут выбраны нашей разведкой, исходя из возможностей. Но само движение через Скадовск на Крым в обход рубежей, которые россияне сейчас откопали в районе Армянска. Там очень сложно будет, естественно, проходить узкое горлышко. Потому один из вариантов именно вот такой. Но для того, чтобы выйти на Крым со стороны Скадовска, надо освободить Скадовск. И вот это движение сейчас наших войск по югу, это, во-первых, классика растяжки по фронту противника. Северная часть Курская, южная Херсонская. Начинает у них подгорать. Естественно, те цели, которые вычисляются, военные цели в Скадовске, они уничтожаются дальними средствами поражения. Туда отлично достает «Хаймерсы». То есть «Хаймерсы» расположены на правом берегу. «Хаймерс» имеется в виду пусковая установка, ракета М-31. Mm-hmm. Да, там расстояние как раз позволяет километров до 70, то есть «Хаймерс» идет больше 80, как раз на излете идет точное уничтожение российских военных объектов. Потому вот это продвижение, мы сейчас видим активность наших, особенно спецслужб, Главного управления разведки, сил спецоперации, морской пехоты, военно-морских сил на этом направлении, Кинбургская коса и Тендровская коса. Тендровская коса, кстати, как раз входит, соединяется с материком где-то в районе Железного порта и дальше Скадов. То есть вот это видно. Да, вот это движение. Почему мы и выходим на Тендровскую косу и, естественно, Кинбургскую косу пытаемся взять под контроль. Это как раз спецслужбы. Но общее направление – это вот это. Причем для поддержки со стороны авиации достаточно будет вот именно только на этот треугольник, если его освобождать, достаточно будет одной эскадрильи самолетов, тех же F-16. Они, в принципе, под контроль могут взять эту часть и создать такое серьезное воздушное преимущество на этом направлении. Одна эскадрилья, 12 самолетов справятся с этим, в принципе, без больших проблем. Три звена, каждый возьмет на себя определенную роль и поддержку с воздуха наших операций. Поэтому не исключаю возможности, что одна из операций даже этой осени, она будет именно направлена вот по этому направлению. Но это то, что мы, в принципе, ждали и в прошлом году. Когда было подготовлено контрнаступление, россияне тогда сорвали наши действия по форсированию Днепра подрывом Каховской гидроэлектростанции. Тогда они подорвали Каховскую ГЭС, и зеркало воды на несколько километров практически перекрыло возможности наших действий, потому действия начали в сторону Токмака. Но никто не отменял самой идеи наступательных действий, так как она практически просится на стол для выполнения в Генштабе. И я думаю, она будет какое-то время она будет осуществлена. Потому что это оптимальный вариант освобождения Крыма.
Ви неймовірні. За короткий час було зібрано половини потрібної суми. Про що йдеться? Про те, що потрібно автомобіль L200 бійцям 93-ї бригади «Холодний Яр». Ціна питання – 240 тисяч. Зайвий раз не буду повторюватись, наскільки важливий автомобіль для того, аби міняти позиції, помагати побратимам. Та й загалом, автомобіль на лінії бойового зіткнення – це дуже-дуже потрібна річ, але, на жаль, це є розхідник. Тому давайте 50% суми вже зібрали, ось QR-код. Хто скільки зможе, закриємо потреби нашим героям з 93-ї бригади, аби вони отримали цю автівку. Пане Романе, так, ви згадали про авіацію, також з'явились кадри, що наша авіація працює на півночі, знову ж говоримо про Курську область. Заявлено, що це політ Су-27 в районі Сумської, на кордоні Сумської області з Росією. Чи може це бути свідчення того, що засоби ППО також добре ешеловано розставлені, що наша авіація може працювати на кордоні з Росією в Курській області? Є мої сослуживці і мої підчинені, мої друзі з моєго училища і служили. Вони літають до сих пор на Су-27, звісно, літали. І в 22-му году, так от, ребята працювали по Курській області ще в 22-му году, коли росіяни заходили на нашу територію з цієї сторони. Тому для нас, так сказати, робота по російській території, для наших авіаторів, це не в новинку, це точно. Там довольно-таки неплохая местность для контроля с воздуха. То есть, особенно на предельно малых высотах, россияне практически не видят наши войска, так как плотность российских войск сейчас очень маленькая. Плотность ПВО на этом направлении тоже маленькая. Система радиоэлектронной борьбы наши хорошо работают сейчас. Поддержка с воздуха есть, раз уже Су-27 опять начал летать, это тяжелый многофункциональный истребитель. Это значит, у нас с точки зрения ПВО на этом направлении созданы условия для полета, в том числе и Су-27. Почему? Потому что Су-27 – это хорошая цель, ее хорошо видно на… это большой самолет, ее в два раза больше того же F-16 по площади. И его хорошо видно на локаторах зенитно-ракетных комплексов, вообще на локаторах радиотехнических войск. Потому раз он летает, значит, этот механизм уже у россиян выключен. Есть возможности выполнять эти задачи. Не удивлюсь, если там появятся и F-16 под уничтожение ПВО противника. А может быть, они уже там и отработали, потому что часть зенитно-ракетных комплексов, локаторов РТВ была уничтожена, скорее всего, «Хармами». Но «Хармом» оптимальный вариант работать, конечно, с F-16. Но это теоретические догадки, которые могут быть. То есть это не утверждение определенное, но это могло быть. Пане Романе, і по наших партнерах Київ відвідали сенатори, що важливо зазначити, два сенатори – республіканець і демократи Лінсі Грем та Річард Блюменталь. І от Лінсі Грем сказав наступне про Курську операцію – історично, блискуче, красиво. Ну і, звичайно ж, почали говорити, як можна підсилити загалом наступальні дії на Курську і не лише. Згадали про… про яких ми з вами говорили, пане Романе, про пілотів, пенсіонерів F-16, ті, хто мають величезний досвід, багато годин нальоту, що саме їх можна залучити в Україну для того, аби використовувати як пілотів F-16. У льотчиков йде определенный учет нальота, учет годов, то есть лет службы, причем по некоторым позициям год за два, особенно реактивные, если боевые, год за три. Потому иногда летчики в 33 года уходят на пенсию, так называемую, с 27 годами выслуги. Вот я в свое время в 33 года первый раз уходил, 27 лет выслуги. Счетчик идет такой, год за два, год за три. Потому летчики, которые ушли на пенсию, это не совсем пенсионеры в прямом смысле слова. Да, они получают определенную пенсию, денежное содержание в основном исчисляемые из последней зарплаты, то есть примерно, вернее, денежного содержания, примерно где-то от 70 до 90% денежного содержания, в зависимости от выслуги лет, летчики получают, а и, в принципе, любые военные, именно так это рассчитывается, получают уже после выхода или в отставку, или, допустим, в запас. После выхода в запас летчик получает вот это денежное содержание, пусть ее назовем пенсией, почему-то называют пенсионеры, но это немножко не так.
Почему? Потому что вышедшие офицеры в запас, они все равно стоят на учете, они, естественно, становятся в определенном порядке на службу, дальше призываются, если они нужны. От летного состава в мире очень много. Уходят в отставку, в запас или переходят на другие виды работы, ну, где-то в районе 40 лет. В районе 40, то есть 40-45, а по большому счету выполнять эти задачи можно 5-10 лет. И летчики могут эти задачи выполнять, если их привлечь. Но для этого надо определенный механизм. Почему? Потому что летать, допустим, на определенных типах самолетов можно только имея определенные лицензии, разрешительные документы, исходящие даже из правительств государств. То есть, допустим, для того, чтобы привлечь летчиков американских, для этого надо разрешение правительства американского. То есть, естественно, это прерогатива президента американского. Без этого они просто не имеют права садиться на самолет, и никто их не посадит. Потому вот такое действие, его надо проталкивать через Белый дом. Опять же, если F-16 самолет американский, да, даже какой-то летчик румынский, допустим, он тоже не имеет права без разрешения американского правительства выполнять полеты на американских самолетах, если они сейчас обслуживаются, допустим, практически все летающие самолеты обслуживаются американскими специалистами или, по крайней мере, под определенные документы, которые выдаются американскими службами контроля. Потому здесь такой сложный механизм, без разрешения Белого дома летный состав к самолетам не подойдет, потому что много чего потеряет. А вот механизм, как это сделать, то есть разрешили, Белый дом разрешил или пригласил, даже это может быть, пригласили на выполнение боевых задач, а дальше летный состав поступает, неважно, какого государства, имеющий лицензионные определенные документы, и на лед дальше поступает в наш интернациональный легион, подписывает договор с легионом, там есть определенное денежное содержание и так далее и тому подобное. То есть, в принципе, технически это возможно. У нас уже тысячи специалистов с большого количества стран мира выполняют эти боевые задачи. Причем на линии фронта, на обслуживании техники очень много. И так же само по самолетам. Летчики могут выполнять боевую задачу в воздухе, а обслуживать самолеты также могут специалисты всех стран мира, у которых есть определенные лицензионные допуски к обслуживанию самолета. То есть этот механизм, он для нас очень интересен. Почему? Потому что, в принципе, мы можем получить уже готовых специалистов, которые на нашей территории будут учить еще и наших специалистов. И летчиков в том числе, потому что очень много инструкторов, тех же F-16. Летчик-инструктор, у него есть все допуски к выполнению боевых задач одиночно, и у него есть допуски к выполнению инструкторских полетов для обучения других летчиков или переучивания, и есть допуски давать разрешение на тренировочные полеты. Это целый процесс. Тот же Браун, сейчас начальник штабов этих генеральных американских, он тоже бывший летчик-инструктор F-16, Чарльз Браун. Генерал. То есть вот такие механизмы, они могут быть запущены, и то, что сенаторы об этом говорят, это такой неплохой знак. Такие вещи толкаются в основном со стороны Сената, Палаты представителей, Конгресса, то есть законодательного органа американского. И если давление будет двух палат, то, в принципе, можно додавить Белый дом для того, чтобы именно по такому пути пойти. Но пока еще по F-16 мы, конечно, не видим. Мы ни бортов не видим, не видим такого серьезного вооружения. Хармы – это, так сказать, то, что мы уже работаем третий год. Для нас это не новость. Ни хармы, ни хаммеры, ни остальное оборудование, которое у нас есть. А вот настоящее оборудование, которое могло бы поражать россиян так по-серьезному. Те же ракеты «Джазм», так вот до сих пор их нет. Самолеты есть, летчики есть, а действий этих самолетов нет. Идет какое-то накопление, но пока не подключаются F-16 к серьезным боевым задачам.